10 лет назад в списке официальных праздников нашей страны абсолютно заслуженно появился Всероссийский день работников культуры. Он – свидетельство признания и высокой оценки вклада многих поколений работников культуры в социально-экономическое развитие страны. Указ о Дне работника культуры был подписан 28 августа 2007 года, и теперь его отмечают по всей стране ежегодно, 25 марта. Сегодня в зале те, кто так или иначе причастен к этому празднику. 8 лет в детской музыкальной школе. И свой Рубин Пятый, только со словами благодарности тем моим педагогам, которые меня учили музыке, учили понимать музыку и слышать ее. Вам здоровья, вам удачи, чтобы в вашей семье всегда был покой, мир. С вашим профессиональным праздником. Во Дворце культуры Северского трубного завода представители библиотек, музеев, музыкальной школы, Центра культуры и народного творчества, досугового центра АЗОВ, школы искусства. Здесь те, кто душу вкладывает в то, чтобы нам было весело, интересно, познавательно. Наверное, вы единственная профессия, наверное, единственный, кто даже свой профессиональный праздник, вы тоже работаете, как вот два прекрасных человека, даже в любой праздник, даже свой профессиональный праздник всегда будет работать. Всегда вам... Вас с праздником, всегда будьте счастливы, чтобы у вас всегда была улыбка, потому что если у вас будет улыбка, мы тоже будем улыбаться. Спасибо вам за то, что вы есть, дарите свои улыбки. С праздником! А тем временем есть что сказать работникам культуры и представителю депутата Государственной Думы Зелимхана Муцоева. И вот с огромным букетом к ним обращается председатель Думы Полевского городского округа. Мы гордимся вами и благодарим за сохранение нашего культурного наследия, за профессионализм, за вашу любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим. Вы создаете вокруг нас целый мир хорошего настроения, в котором мы забываем о своих проблемах. Вы дарите нам праздники. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев говорит, что к работникам культуры можно применить много эпитетов, но он лучше выразит вклад, например, заводской культуры в цифрах. 350 человек у нас готовят лом для нашего сталеплавильного цеха. 750 человек плавят сталь. 2000 человек делают трубы. И только 25 человек на нашем заводе, в нашем коллективе занимаются культурой. И, конечно, это всего 0,5% от нашего трудового коллектива, но насколько серьезная задача лежит на этом небольшом коллективе. Сам руководитель городской культуры. Много лет назад работать в эту сферу, я решил задаться для себя целью выявить определение, что такое культура. И вот культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством, прежде всего духовных. А поработая в этой сфере, я понял, что самое главное в этой сфере – это люди, которые ее сохраняют, приумножают и творят. Культура, открывающая путь к взаимопониманию, диалогу между народами, способствует утверждению межнационального согласия. Спасибо, коллеги, за наших детей, за возможность им раскрыть себя, показать себя, даже свои таланты, такие таланты, которые глубоко где-то у них там сидят, вы их раскрываете, показываете и даете возможность им реализовать себя. Универсальный язык культуры понятен всем. Культура открывает путь к взаимопониманию между людьми. В эту профессию идут люди только с активной жизненной позицией, способные дарить радость общения с миром красоты, духовности. И сегодня звучит гимн работникам культуры. Алексей Крепанов, новости «Твой день».